В этих пробках и куске целлофана кто-то увидит лишь мусор, а испанца Умберто воображение рисует стильную мебель. Мужчина кропотливо собирает пластиковые отходы на побережье острова Гран-Канария. Это лишь капля в море. Представьте, сколько мусора в океане. Если сложно очистить пляж, то представьте, как трудно очистить океан. Пластика очень много. Я советую людям присоединиться к уборке пляжа или другого места, чтобы увидеть, какой вред нанесен природе. Умберто – успешный инженер-конструктор, но в начале прошлого года оставил работу в Барселоне и вернулся на родной остров. Здесь основал мебельную компанию. Я понял, что на одном энтузиазме берег не очистить, поэтому я нашел способ сделать мусор, найденный на пляже, экономически ценным. Испанец собирает мусор, затем просеивает его и откладывает то, что подходит для переработки. В дело идут пластиковые бутылки, крышки и даже каски. За раз получается собрать 5 килограммов отходов. Весь этот мусор мог пролежать десятки лет на побережье, но теперь превратится в прочную мебель. Я создам продукт, который прослужит годы, как пластик. Преимущество мебели в том, что ее можно сделать ценной брендовой вещью. Для покупателя важно получить достойный, узнаваемый продукт. Бизнесмен делает столы, стулья и табуретки яркого цвета и необычной формы. Также создает вешалки в виде колец для одежды.